знать, я игрой очень доволен, своей командой, содержанием игры. Вот. Естественно, я недоволен результатом, это понятно, потому что мы проиграли сегодня. Но мы не проиграли в плане содержания игры, в плане конструктивных действий, потому что я очень доволен действиями своих футболистов. Потому что многие футболисты еще, наверное, месяц назад наши не знали, наверное, что они могут так играть в футбол. Вот, потому что за то время, которое мы работаем, они начинают расти, начинают двигаться вперед, начинают понимать те требования, которые мы от них требуем. И они это показали в сегодняшней игре, что они могут с каждой игрой играть лучше и лучше. Ну, тобто ліміт довіри від керівництва до вас великий, вони готові чекати, поки команда буде набирати опыт? Естественно, конечно, они готовы ждать, потому что все-таки многие ребята буквально 2 года назад, 1.5 года назад многие играли еще на первенство области. Вот, и поэтому, но самое главное, что они учатся, что они двигаются вперед, понимают, что мы хотим от них видеть. И вы, наверное, сегодня видели, что мы показывали хорошую игру, не сваливались на бей-беги, мы пытаемся контролировать мяч, мы пытаемся выходить из обороны за счет коротких, средних передач. И те действия, которые были у нас на протяжении где-то минут 60, это тот футбол, который мы хотим видеть в исполнении нашей команды. Зовсім скоро команда зіграє в Кубку України, а завдання яке стоїть колективом? Да, мы попали в такую ситуацию, что у нас получается 4 выезда, и мы сейчас у нас такое небольшое турне выходит. Мы сейчас едем в Харьков, да, будем готовиться в Харькове с Полтавой, потом Краматорск. Естественно, у нас каждую игру задание побеждать, показывать хорошую игру, построить команду. Вот. И, естественно, мы будем пытаться максимум добиваться результата как в Кубке Украины, так и в чемпионате.